Добрый день, гости и подписчики канала. В озеро Трофей запустили тонну крупной щуки. Много зубастых 3+ кг, есть 4+, 5+, и одна мамочка в районе 6 кг.
В озере Трофей появилась белая щука. Альбинизм – это врожденное состояние, при котором в организме отсутствует пигмент меланин, ответственный за окрашивание кожи глаз. Низкий уровень меланина в глазах белой щуки ведет к их повышенной светочувствительности днем. Для них вреден яркий свет. Зато ночью альбиносы видят просто замечательно, улавливая глазами практически весь доступный свет. Красный окрас глаз у альбиносов – это цвет крови в сосудах, их сетчатки. У рыб альбиносов красные глаза попадаются очень редко. В глазах нашей щуки находится оттеняющий пигмент, окрашивающий радужку в желтоватый цвет. Говорят, что щука-альбинос – одна на 10 миллионов обыкновенных щук. На озере Трофей второе щучье зарубление за месяц. Ждем поклевок трофейных экземпляров. Всем ни хвоста, ни чешуи. Благодарю за подписку на мой канал.